Итак, протестируем, как разгоняется Renault Captur до 100 км в час. 1.5 дизельный двигатель, шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Старт. Затык небольшой, свойственный для автомата. Так, 100. 12,8 секунды. Для чистоты эксперимента попробуем осуществить попытку еще раз. Итак, Renault Captur, разгон от 0 до сотни, старт. Сотых секунды. По паспорту 13,5. Вполне возможно, из-за погрешности спидометра мы допустили где-то ошибку. Но в целом разгон достаточно приемлемый для 1.5 дизельного автомобиля с автоматической трансмиссией.